И сегодня свой день рождения отмечает Нуртдин Кадзоев. Историку, писателю, заслуженному деятелю науки Ингушетии исполнилось 56 лет. Его поздравил Юнусбек Евкуров. Человек, который все время находится в поиске новой информации об истории ингушского народа. Он внес неоценимый вклад в развитие республики. Именно благодаря ему столица Ингушетии получила название Магас. Когда был объявлен конкурс, он предложил это название, будучи уверенным в том, что на месте, где хотят построить столицу республики, когда-то стоял древний величественный Магас. Работами Кадзоева интересуются далеко за пределами Ингушетии, в Казахстане и во Франции.